Так, всем привет! Мы попали, короче, в мобильный дом. Катя, еще раз скажи, как это слово называется? Manufactured home. Manufactured home, вот называется. Это значит гостиная. Вот, гостиная с кухней. Смотрите, огромная гостиная, огромная кухня. Все встроено, то есть дом продавался с холодильником, с плитой, с посудомойкой, со всеми делами. Значит, коридор вот такой вот. Некоторые делают, два вместе слепливают, и тогда получается один большой, а тут вот половина. Вот одна спальня, вот так вот выглядит клозет, шкаф тут один. То есть вот, ну, полноценная вот queen size вот кровать. Дальше вот другая комната. То есть, в принципе, ну, все такое огромное вот по размеру. Все, карпет новый. Сушилка, стиралка, душ. Так, тут спальня. Это уже мастер-бедрум. Ну, здоровая спальня. Вот огромная кровать помещается сюда. Шкаф встроенный. То есть, я не знаю, сколько тут по square feet? Не знаю. Ну, туалет, душ, вот все есть. Ну, то есть, вот, я первый раз в таком доме, мне самой интересно. Вот тут вторая дверь у нас. То есть все, вот вторая дверь, чтобы кот не выскочил. На боке. Ага, вот и места много. Тут, кстати, можно какой-то куст посадить, дерево. Вряд ли. Нет, нельзя? Наверное. Тут как-то люди садят там. Не знаю. Ну вот, вот такая вот экскурсия. Мы сегодня на новоселье. Вот, ну, так просторно все. Да. Очень, для одного человека замечательно. Очень, очень так все просторно. Две спальни, офис. Гостиницы. Очень здорово, стол классный. Все, вот такое у нас сегодня новоселье. Накрываем поляну.